История столицы Чувашии с древнейших времен. К 550-летию Чебоксар переиздали учебное пособие «Мой город». В третьей четверти чебоксарские шестиклассники получили новые учебники и еще один урок в расписании. С 99-го года историю Чебоксар преподают в обязательном порядке во всех столичных школах. Предмет «Мой город». Путешествия по Чебоксарам изучают с 5 по 9 класс. Спустя почти 20 лет содержание учебников по краеведению решили дополнить. Новые учебники уже поступили в школы города. Дети восприняли этот новый курс очень хорошо, положительно. Им нравится. Предмет будет проводиться с 6 класса по 10 включительно. Начинается поэтапное, значит, внедрение этого учебного курса. Содержание интересное. Там и география, там и история, там и культура, спорт, и даже ЖКХ, и даже транспортные артерии города. Особенно интересно узнавать что-то новое, тем более учебник построен так, что с первых же занятий есть чем увлечь детей, удивить. В 24-й школе первый урок «Мой город» провел начальник управления образования администрации города Чебоксара Дмитрий Захаров. Учебник получился довольно удачным. В нем приняло участие прежний авторский коллектив. Это доктор исторических наук Антонина Петровна Данилова, также доктор исторических наук Татьяна Николаевна Иванова. И в целом учебник носит не только академический характер, но и более, так скажем, популярный, легкий для усваивания именно для школьников. Начиная с третьей четверти, мы начали преподавание во всех школах города. По тематике учебник для каждого класса совпадает с изучением истории России. С новым учебником школьники отправятся в путешествие на машине времени. С момента основания Чебоксар до сегодняшнего дня.